Доброе время суток, с вами Виктор Дулин, 19 мая 2015 года, время послеобеденное, и вот я готовлю смесь, 5 частей опилок и пол ведра золы вот этого 20-литрового, я сейчас смешаю с одной частью вот этого вермикомпоста, и получится у нас соотношение как раз 20%. Представьте, что было бы 10 ведер опилок и 2 ведра вермикомпоста. Вот 20% должно быть вермикомпоста. 5 ведер опилок и одно ведро вермикомпоста. Вот я его перебирал, эти опилки, видите, сколько здесь было всяких деревяшек, и теперь все это буду загружать вот в эти емкости из покрышек после смешивания. Конечный результат покажу позже.